Ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, делать голову теперь. Возьмем кубик, превратим его в субдивиз в квате. Скажем, что 2. Так, перейдем в Edit Mode. И начнем уже. Допустим, я предлагаю тут низ немножко. S. Так вот, подровнять. Так, потом поднять немножко джипа за то вот этот. Здесь Ctrl-R. Так, сделать. Угу. Далее сбоку посмотреть, потянуть это сюда уже. Так. А этот потянуть наверх. Вот сюда. Таким образом сделать такую примитивненькую голову пока. Так вот. Следующим шагом это будет, выберем эту, скажем, и так подвинем сбоку, посмотрим, подвинем сюда. Угу. Да. И дальше уже Е сюда выдвигаем. Р поворачиваем маленько. Еще раз. Так. Здесь, скажем, индивидуально Origins. Так. С PX. Е. Так, будто плечи тут у нас будут. Пускай так будет. Угу. Ну и тут тоже немножечко выдвинем. Вот сюда. Нет, это не будем делать пока, пусть так остается. Так, единственное, что здесь как-то мне голова не особо нравится в этом месте, поэтому я сейчас по иксу. Немножко приплющим позато. Иди позато. Где-то вот так, наверное.
Не ту выбрали. Вот это нам надо. Смотрим, где. Вот так. Пока что так. Сделали отлично. Давайте еще Ctrl-R-чик здесь сделаем, чтобы нам удобнее было. Допустим, сбоку если смотреть. Делать сюда. Выпуклость. И, допустим, вот сюда. Возможно, так. Таким образом вот у нас получились плечи, голова, с которой мы сейчас будем работать. Так, если мы этим довольны, да, то мы можем сказать Play. Вот так. Потом пойти вот сюда. Вот так. Вот эти два взять. И просто их удалить. Face. Вот так вот. А далее смотрим спереди и переходим. И я такой, чтобы, допустим, немножечко это поднял. Ниже пазы туда, то есть небольшой, как бы, чтобы не было такая, она уж очень серьезная рожица. Теперь ее вниз. Есть. Ну а теперь выбираем эти. Говорим Е. Втягиваем по Y. Сюда. Мы сможем показать F. То есть закрыть это дело. F. Есть. Выше, смотрим. Угу. Вот так. Далее возьмем вот это ребро. Немножко его вдавим. G по Y внутрь. Чего не хотим? G по Y. Что поели, все сюда вот давили отлично. Так, после этого мы можем пойти и сказать, что еще раз subdivision сделать. Subdivision 2. Так. Так как у нас неотчетливо выглядит рот, то мы сейчас возьмем, выберем вот это все и скажем Ctrl-B. То есть мы сейчас с вами немножечко это дело, ну, как нам нравится, так и сделаем. Сколько, допустим, вот так, я считаю, нормально. Так, если мы скажем, что subdivision, то видим, что все нормально у нас, отлично получается, да? Пока оставим так. 3, так и вовсе будет красиво. Пока оставим 2. Так, хорошо. Это у нас есть. Да, мы можем 3 сделать.
Смус. И сначала надо было смус сделать. Вот так. Вот теперь 3. И рендер 3. А если мы перейдем сюда и выделим вот эти точки, вот эти вот, то мы можем тоже управлять. То есть G, допустим, по Z делать больше, меньше. Ну вот так примерно, я думаю. Это будет хорошо. Отлично. Далее. Так, посмотрим. Да. Поэтому мы сейчас скажем, здесь нам нужен куб. Мы его уменьшим, вытянем сюда, оп, G по Y вот сюда, еще раз уменьшим, вам зубной протез сделать, S, по X, вот так где-то, да? Уже тоже по их сюда. Далее пойдем модификатор включим. Так. Ctrl-R. 4 достаточно, наверное, будет, да. Ну, тут надо сейчас позагибать. Сверху смотрим. G. Так. И вот это тоже. Ребро. Вот это ребро. Тоже его сюда. Ну вот так, да? Теперь возьмем вот эти. Нет, это. И потянем ее по Y. Потоньше сделаем вот так. Отлично. Все, далее берем сабдивид, нам не нужен, мы просто это дело сейчас берем и ставим на место G по Y, вот сюда немножко подальше. Ну и это так, отлично. Далее Shift D, опускаем вниз, делаем здесь. Можем чуть уменьшить S по X. Так. И уже поехали сюда внутрь. Ну и там поставим язык. Сделать просто. Это будет mesh куб
которая превращает subdivision, другая 2, s уменьшаем, s по z плющим, s еще уменьшаем и тянем вот сюда, где сюда вот и делаем еще поменьше, так вот, и пускаем вниз и говорим smooth. Таким образом язык получили. Ну а дальше тут дело техники, то есть мы можем пойти сюда, сказать здесь Ctrl-R. Так. Далее вычистить эту точку. Вот эту вот. Сказать Shift, Ctrl-Shift-B. Так вот. И вытянуть E. Хорошо. И следующим номером нашей программы это будет сфера, которую мы, конечно же, уменьшим. Хотя, подождите, мне надо посмотреть. А вот выделено, видите, нам это не нужно. Так вот, здесь вот это появился, вот этот вот угол, я не пойму, где это, вот, а вот. Я думаю, откуда он здесь? Так, убрать артикл. Все. А то какой-то вдруг непонятно вдруг появился здесь. Так, ладно. Теперь берем мышление. Выделено, да? Это нам не нужно. Так. Сейчас. Давайте мы вот это подыгаем, G. Вот это и вот это. Немножко G по Z сделаем. Так. Да. Это и это. Мы скажем, что S по y 0. Вот так. Да, оно станет у нас правильное. Итак, теперь берем какой-нибудь мышь типа кубика. Нет, теперь мы не кубик, нам сфера нужна. Вот это, да, и мы ее уменьшаем. Так, допустим, да. И ставим сюда G, ведем по Y, допустим, вот здесь циклопчика такого сделать. S по Z, так вот, и S по Y сплющим. Так, смотрим сверху. Понимаем, что надо разворачивать R по Z, разворачиваем и вставляем. Теперь вот сюда поставляем. Вот так вот. Все. Угу. И это тоже говорим. Смус. Далее. Убираем все трансформации. Говорим, что нам нужен mirror. Получаем здесь вот такую. О, вот такие глаза. Не обращаем внимания на то, что диковато пока выглядит, потому что
Они все на это рассчитаны. Это мультяшный стиль. Так, ну, наверное, пока это мы закончим. Вернемся уже во втором видео, будем делать волосы. И уши там, ну и все, наверное. Хорошо, договорились.